нас сегодня огромная честь представлять музыкальное искусство Санкт-Петербурга в Республике Узбекистан, в славном городе Самарканде. В 2023 году Санкт-Петербург объявлен культурной столицей Содружества независимых государств. И мы уверены, что концертная программа, которую мы назвали «С любовью из Петербурга», послужит еще большему сближению культур наших народов, дальнейшему укреплению культурных связей на основе традиционного добрососедства, дружбы и доверия. Уважаемые друзья, вас приветствует губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. Добрый вечер, дорогие друзья. Самаркандцы, добрый вечер. Я прежде всего хотел поблагодарить руководство города Самарканда и всех жителей за тот прием, который вы нам оказали. Самарканд всегда отличался своим гостеприимством. И вы знаете, если в Ташкенте был дождь, то сегодня первый раз мы увидели солнце. Спасибо вам за это. Я вчера встречался с уважаемым господином президентом Республики Узбекистан. Мы говорили о наших отношениях между Россией, между Узбекистаном, между Санкт-Петербургом, другими районами и городами Узбекистана. Ну а самое главное, итог нашего разговора, что мы обязательно должны дружить и будем дружить. Знаете, я увидел, что за последние годы буквально Узбекистан сделал под руководством уважаемого президента рывок. Он становится промышленным центром Азии. Я сам в этом убедился. Я вас с этим поздравляю. Большое количество высококвалифицированных рабочих мест, где работают жители Узбекистана. И это очень радует. На очень сложных станках. Работают в здравоохранении, работают в образовании. И действительно большой рывок сделал Узбекистан и в культурной сфере, и в промышленной сфере, и в здравоохранении, и в образовании. Спасибо уважаемому президенту за это. Сегодня мы с акимом города Самарканд подписали соглашение о нашем сотрудничестве, и там много очень пунктов, и эти пункты не на бумаге, они действительно будут претворены в жизнь, в дело. Поэтому добро пожаловать в Санкт-Петербург и спасибо вам за гостеприимный прием. Ну а как говорят, в гости с пустыми руками не ходят, поэтому привезли симфонический оркестр наш великолепный и хороших, прекрасных артистов. Доброго всем вечера. Спасибо, самаркандцы! Большое спасибо, уважаемый Александр Дмитриевич, спасибо. Дорогие друзья, сегодня у нас действительно удивительный концерт. Прежде всего потому, что на сцене настоящий интернациональный коллектив музыкантов. Вместе с музыкантами эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга лучшие музыканты Узбекистана! Под художественным руководством лауреата международных конкурсов маэстро Андрея Медведева. С любовью из Петербурга.
Великолепный вальс ленинградского, петербургского композитора Андрея Павловича Петрова «Петербургские тайны» открыл наш вечер.